оставляем другую сторону реки и уплываем домой. Такой себе вечер на другой стороне реки. Очень красивый, но глушит красивое пение птичек. Вот красивое это вот. Пение тети. Да, красивое пение тети в пляжном кафе. Лучше мы дома побудем. Ну, птички не мешают, но вот это тетенька. Кошка на лодке, вот он, лайф. Как? Купите кошку такого же цвета, как и лодка. И что? И она будет довольна. Как сделать кошку довольной в лодке? Купите ей лодку такого же цвета, да? Так звучит лайфхак. Она будет сидеть на коленях. Боже мой, какой красивый закат, какая красота. Я недавно видела, там девочка купила для куклы мячик. Всем счастливого вечера. Если у кого-то вечер. И всем здоровья. И когда у нее родился котик, и ему было 2 месяца, то она его посадила по маленькой высоте на берегу там, вот, ну не там вот, а ну где-то в речке у них есть. Не на дно, а ну, и она за кошкой плавала. Она потом узнала, зачем ей матрасик этот для куклы, ну, лодка. Чем все закончилось? Ну, котик перевернулся. Ты удочку крепко держишь? Ну, да. На девочке... Счастливый Лёва, нашелся кусулик наш. Пушинка, эх ты, Пушинка, сидела на дереве, смеялась над нами, что мы тебя ищем. Папа плачет, Алена плачет, Лёва плачет, а мама бегает, кричит, Пушинка, Пушинка. А Пушинка, мяу-мяу, мяу-мяу, я тут сижу и смеюсь. Я уже хочу чаечка попить. О, ну ты интересная. Чаечка попью, как утром. Мятно-клубничный и лимонный. Мята из любой ванночки. Потом мне там еще есть медик. И медок из одуванчика. Там все самое вкусное. На здоровье. Нет, сама попробуй сначала. Вдруг невкусно. Чтоб папа знал, стоит ли. Чай в лодке мы еще никогда не пили. Липтон. Домашний Липтон. Маме дай попробовать. Я тоже хочу. Давайте уже и Пушинку угостим. Пушинку не надо. Мятное наслаждение. Он такой тепленький, приятный очень. Еще тепленький, а в него можно греться. Как раз ко сну. Мятный напиточек. Утром пойдем на речку, на пляже покупаемся, или на эту сторону опять приплывем. Если Слава с ночевочкой, то может быть переплывет нас, переправим. Мы и сами с усами.